«Линей в саду художника». Это книга шведского автора Лены Андерсена и Кристины Бьорк. Книга о Клоде Моне, импрессионизме. Главный герой Линей отправляется в путешествие в Париж. Вот. Мы читаем ее дневник. Это довольно редкая книга для российского рынка, потому что она написана об искусстве для детей. Таких книг, к сожалению, пока очень мало.